Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ми в ефірі і вже поруч з нами сидять гості. Це Ірина Марштрупа, завідувач бібліотеки філіалу номер 21 для дорослих, та Андрій Іваницький, член Національної спілки художників України. Так, ви до нас завітали з Матвіївки, так? Правильно, да. Ми знаємо. Сьогодні ми будемо говорити про цей ще один гарний край нашого міста, і в Матвіївці є бібліотека. І, значить, в ній розташований на базі, на фоні безкоштовно створений музей. І зараз в цьому музеї презентація світлин, яких саме всі деталі і подробиці ми хочемо почути від вас. Здравствуйте. Мы очень рады с Андреем, что вы нас пригласили, потому что действительно нам есть о чем рассказать и что показать. Я представляю библиотеку филиал номер 21. Централизованной библиотечной системы для взрослых города Николаева, которая находится в микрорайоне Матвеевка. Это край чарующих пейзажей, интересной истории и талантливых людей. Ну, впрочем, очарование – это не один такой аспект тех мест, которые у нас есть. У нас есть прекрасные жемчужины нашего микрорайона, является наш храм Петра и Павла. При храме была церковно-приходская школа. Вот здание которого сейчас и находится наш музей, и мы его назвали «Историко-краеведческий зал». Скажите, коли виник цей музей, коли він був створений? В 2003 году, в честь 225-летия основания Матвеевки, и был организован «Историко-краеведческий зал» на базе библиотеки по инициативе нашего коллектива. Матвеевка на свет Божий появилась как казацкая станица. И по неофициальным данным она называлась «Червоная». Это уже в 1778 году, вот, официально считается эта дата, была переименована в Матвеевку. На протяжении, ну, так получается, что на 11 лет наша Матвеевка старше нашего города. Вот, на протяжении 12 лет работы нашего историко-краеведческого зала мы по крупицам собирали материалы, документы, семейные фотографии и предметы народного быта. Эти документы, они как бы несли историческую такую значимость и, в общем-то, представляли культуру и самобытность над нашей Матвеевки. Их сейчас насчитывается около 200 экспонатов. И почтенные такие экспонаты вот, впечатляют наших посетителей, наших читателей. И я надеюсь, что сегодня телезрители вот, впечатляться этими экспонатами, я сегодня их принесла. Сьогодні у нас виставка перемістилася до нашої студії. Я прийшла не з пустими руками. Покажемо нашим телеглядачам, які світлини все ж таки ви принесли. І прокоментуйте нам, звідки, як і що. Очень кратко, потому что действительно много говорить, но я лучше покажу. Вот, это рушник 1906 года. Это действительно раритетный рушник, который нам подарили буквально года два назад. Затем у нас очень интересный вот такой экспонат. Вот. Посмотрите, какой год. Угу. Вот. Да. Це 1845 рік. Вот, 1845 рік. Да. Это нам, кстати, его нашли именно на территории церковно-приходской школы. Ну вот где сейчас находится наш историко-краеведческий зал. Нашли буквально, ну, я не знаю, недалеко прям. И принесли, и сказали, а вам музей нужен? Я говорю, нам все нужно. И вот такие вот книжечки, это тоже раритетные. Вот, обратите внимание на, в принципе, еще в хорошем состоянии и на год. Вот такой-то год. Я хотела, чтобы вы... 1884 вот, век. Обратите внимание, что это очень раритетные вот, материалы. Вы знаете, все... Помальована. Якась дитина. Свои... Вы знаете, вот буквально все экспозиции мы оформляем сами. И настолько ну, экспозиции разноплановые. Вот. И мы решили, что как-то вот хочется привнести что-то новое, новое веяние в наш музей. Вот. И мы попросили Андрея поучаствовать, и он любезно согласился вот, и поддержал нашу идею.
оформить виставку-інсталяцію. О, давайте про це. Яка має назву «Минуле, річ свята». Ось хочеться від вас деталів почути, так? Ну, добрий день, дорогі телезрителі. Пожалуй, наверное, как бы не надо отдавать пальму первенства мне в этом вопросе. Конечно, прежде всего нужно сказать спасибо детям, нашей талантливой молодежи. В общем-то, роспись сделали дети, ученики 35-й школы, члены кружка «Этюд». Вот, возрастной уровень, если можно так сказать, это 5-7 класс, это 10-12 лет. В общем-то, участвовало постоянно где-то около 5 ребят. Вот, каждый со своим видением, естественно, со своим подходом. Темой была прежде всего, конечно, родная Николаевская земля и, в частности, Матвеевка. Спасибо большое Ирине Анатольевне. Курс лекций, который она любезно предоставила нам в течение 2014 года. Посещение молодежи библиотеки, изучение краеведческого материала согласно Николаева, Матвеевки. И я много для себя узнал, хотя я давно занимаюсь изучением родного края Николаевщины. В общем-то, сложила у детей картинку изображаемого. Естественно, изучая историю края, изучая Матвеевку, изучая глубочайшую древнюю историю, древнюю и современную, новейшую историю, молодежь прежде всего научилась работать с материалами. То есть это материалы для стенописи. То есть дети в возрасте уже 10 лет, условно говоря, научились работать с материалами, которые используются в стенописи. Это акрил, гуашь и прочие материалы, художественный уголь. То есть они и технологический процесс стенописи изучили. Ви ще, готуючись до нашої зустрічі, підготували фото, яких я прошу наших режисерів зараз показати, а ви їх люб'язно прокоментуєте. Отож. Ну вот этот церковно, на этом, вернее, это помещение, это бывшая церковно-приходская школа. Вот это историко-краеведческий зал, вывеска, чтобы все люди знали, где находится наш зал. Вот наша светлица. Здесь представлено более 200 экспонатов. Это и сундук, видите, и иконы старинные. То есть вот эту светлицу мы попытались именно вот в формате такой, как Матвеевская хата. То есть даже все половина предметов, которые там находятся, это чисто матвеевские, вот, ну, как говорили, червонянские. Вот. Поэтому все предметы здесь, вот даже эти самые шторочки, вот я же говорю, сундук, продумано, это все родинные, да, родинные. Так затишно, вот. Затишно, и можете себе представить, как люди вообще, вот пожилые люди, они настолько трепетно относятся, когда вот они отдают эти предметы, да, вот, то они с такой вот, ну, с хорошим отношением, ну, просто они знают, что здесь это все сбережется, вот, это для надежные наших, руки. Да, надежные руки, вот. Вот печи, вот мы попытались здесь, у нас есть и кочерга, и очень много, значит, посуды. Вот. Багато рушників. Очень много рушників. І я вам хочу сказати, дійсно, почтенні експонати наші раритетні, яким більше 100 років. У нас є і юбка така, яка червоняночка, ну, жінка, вони такі вольні казачки, були, ходили в церкві. Вот. І, значить, вот этот сундук. А? Скриня, да. Да, скриня. Скриня, это для девушки это было вообще всегда. Она собирала здесь и вышивала свои работы, и складывала, готовилась к свадебным. К свадебным. Так, приданное, да, да, приданное, приданное, да. Так как скриня. Вот. Это, да. И хочется еще отметить. О, потрясающий инструментарий. Потрясающе, да. И выла. Так, так, справжні українські, справжні, такі, да, для господині. Ну, а от здесь, мабуть, прокоментуємо. Здесь вже, да, тут немножечко. Я, значить, видите, за основу молодежь взяла, собственно, типичные матвеевские пейзажи. Вот, ви видите, то есть, роспись, глечики, в общем-то, такое в народной стилистике сделана роспись на стену флористическую. В общем-то, вот видите, то есть вот Матвеевка, в общем-то, вот как она выглядит, да, казак с казачкой, как бы основатели Матвеевки,
рыболовной сети, символом же, символами, гербом Матвеевки, насколько помню, является рыба, да, карась, если бы помню. Вот. Ну, вот, собственно, авторские коллективы. Гарненькі такі. Всі в творчості. Как это все начиналось? Вот, прорисовка, момент творчества. Вот. Ну, саме такі світлини і показують, як дітям було цікаво, так? І як коли горять очі. Звісно, вони горіли. Представьте собі, молодежь, по суті, на свої канікули, в то время, коли можна там, я не знаю, там, кататься на велосипеді, або лежати где-то на пляжі, вони, от, видите, з удовольствием в жару знаходили время, трудились, изучали, в общем-то, большие молодцы, у нас светлое будущее. Ви готувалися протягом літніх канікул, да? Ну, практически, да. Нет, мы приступили к работе. Естественно, что вот сам кружок, в котором я вместе с молодежью работал, мы, дай бог, мы еще проговорили с вами осенью 2014 года. Да. Потом Ирина Анатольевна, спасибо, приглашала нас в библиотеку на чаепитие, на лекции. Мы приезжали, обсуждали, смотрели какие-то пейзажи, показывала нам Ирина Анатольевна фотографии. То, чем мы, в общем-то, все это смотрели, изучали. В общем-то, уже на июнь месяц мы вышли уже, собственно, на роспись, готовыми уже форэскизами. Вот. Ну, то есть, эти летние каникулы. Да, все летние каникулы. В общем-то, последний заезд молодежи был 17 августа, а на 19 число на Медовый Спас мы, собственно, открылись. И не случайно так совпало, что именно 19 августа мы открыли, то есть, презентовали эту выставку. Вот, и все прихожане в этот день ходили светить яблоки, потому что это яблочный спас был. То есть, наши традиции, они продолжают. Вот, ну, и мне кажется, что еще такое в заключение нашего праздника, да, у нас хоровой коллектив нашего Матвеевского дома культуры «Червоняночка» показали присутствующим фрагмент свадебного обряда, сватания в Матвеевке. Ничего вот. Себе, да. И одним из гостей была музыкальная программа для всех поколений, это фольк-мюзик с Оксаной Пекун, вот, которые и снимали об этом коллективе фильм, именно в нашем краеведческом. Это была такая постановка, таком, да? Постановка была, да. А гарбуза они... нареченого не давали? Ну, печка була, присутствувала. Так, дуже насичене життя у вас, Матвіївці. От, поэтому... Я ось дивлюсь ці світлини. Скажіть, будь ласка, хто ці люди, хто це зображений? І як вони потрапили до вас у музей? Ви знаєте, от я вам завжди говорила, що це от люди преклонного возрасту, вони таким стрепетом віддавали. Це родинні, сімейні фотографії. Вот, да, это червонянские вольные казачки, как я говорю. Ви обратите внимание, вот на ту же самую юбку, кстати, есть у нас такая юбка. Вот. И когда вот коллектив «Червоняночка» хоровой, да, они выбирали себе костюм для того, чтобы, ну, они приходили к нам в музей, смотрели эскизы, делали и шили вот такие самочечки. А как потрапили эти черлины до вас? Вы знаете, вот я хотела бы, пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить своих читателей, жителей Матвеевки, которые, ну, действительно откликнулись. У нас такая была акция «Вещи с горыща». Вот. И вот, слава Богу, и спасибо им за то, что принесли эти вещи. Дійсно, «Вещи с горыща», потому что вот я, переглядаючи эти фотки, у меня тоже такие дома есть, моих бабусь, прабабусь, тому так, будьте активны, бачите. Можливо, и ты в свой місцевий музей теж коли-небудь віднесеш світлину. Мене таке питання, які у вас плани на майбутнє? Ви дуже активне у вас життя, як ми зрозуміли, дуже насичене. Що іще така ідеї? Вони у вас дуже непогано вдаються. Ой, ви знаєте, ідей много. Ну, наверное, я приоткрывать не буду сейчас. Давайте это оставим для следующей передачи. Вот. Единственное, что можно отметить, что, вы знаете, о Матвеевке, о истории Матвеевки, значит, о людях Матвеевки можно говорить часами. Не хватит времени. Но только хочу одно сказать. Есть такая поговорка. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому, пользуясь случаем, я хотела бы пригласить всех горожан города Николаева, любителей истории, любителей старины, посетить наш історико-краєвідческий зал. Добро пожаловать! Ми дякуємо. Дякую вам, що ви завітали до нашої студії. Я нагадаю, що у нас в гостях була Ірина Марштуба, завідувач бібліотеки філіалу номер 21, та Андрій Іваницький, член Національної спілки художників України.